Доброе утро всем. Сейчас хочу вам показать катамаран Seafisher 610 от компании Boathouse и комплектацию, в котором вот мы его сделали. Здесь установлен двигатель 9,9 лошадиных сил, четырехтактный Mercury с дистанционным управлением. Бак к нему на 12 литров. На трансе есть ПВХ поддончик для якоря и утка на трансе. Кресло капитана установлено на алюминиевой опоре. Вот такая вот рулевая консоль, достаточно простая, но функциональная. Там установлен командер, установлен гнездо прикуривателя и гудок. Ну и наверху эхолот. На трансе закреплен датчик эхолота. Здесь по правому борту якорный ролик с якорем. Якорный ролик очень удобный. Вот на вот эту кнопочку нажимаешь, и он раз и уходит вниз. Опускается на дно. Также установлен держатель удилища для троллинга. По левому борту также стоят два держателя удилища. То есть капитан может спокойно рыбачить. А передний кокпит отведен под кают-компанию. Здесь установлено на тумбе нашего производства два кресла. С одной стороны два кресла с другой стороны. И столик из ламината морской фанеры. Вот такой вот он столик. 83 на 63 сантиметра на хромированной ноге. В передней части расположен большой рундук объемом 350 литров. В данном случае в рундуке снизу мы видим вот отливные клапана, которые можно заглушить, а можно их открыть. В принципе, он не промокаемый, но если набежала там серьезная волна или еще что-нибудь и попала вода внутрь, то через клапана отливные вода уходит. Так как лодка трейлерная, катамаран трейлерный, нет смысла ставить весла на уключены. Поэтому весла, просто два весла закреплены на веслодержателях. Вот здесь в первом кокпите установлена лестница для купания, алюминиевая, складная, очень функциональная. И вот такой вот еще вспомогательный столик, который крепится на борт. Ну, он очень удобен. Ну, вот, собственно говоря, такая вот комплектация лодки. Предполагает отдых, рыбалку семьей или компанией из 4-5 человек. Достаточно все комфортно, вместительно и уютно.